друзья, всем добрый день, всем günaydın, друзья. Şu parmağını da çek. Aha, çok güzel. Güzel, это красивые друзья, красивые люди. Дальше значит, красивые, правда, друзья. Всем günaydın, всем добрый день, всем добрый вечер, друзья. Кто нас смотрит из разных стран, всем привет. Откуда? Из Днепра, из Украины. Всем привет, друзья, с вами Асым снова. Днепр, красивый город, но очень холодно, к сожалению. Снег идет сейчас, и мороз на улице, друзья. Хорошо, что здесь про отопление проблемы нет, друзья. Внутри помещения очень тепло, но красивый город. Украинцы очень гостеприимные. Добрые люди. Я Украину очень люблю, в самом деле, друзья. Но в этот раз нас очень расстроили. Расстроили как? Я вам все расскажу. Но еще раз хочу отметить, еще мы в Харькове будем, еще будем в Киеве. Если из Харькова, из Киева кто-то нас смотрит, друзья, мы с вами можем встретиться индивидуально и можем поговорить, как можно счастье получить, как можно здоровье получить именно в Турции. Так что, как турок, я вам все расскажу, друзья. Так что, еще есть новый проект. Это проект тоже покажу в Мерсине, в районе Тюмень, 200 метров до моря. Еще на стадии стройка, друзья, я вам все покажу. Но хочу изначально вот эта наша ситуация с вами поделиться в аэропорту. Короче, прилетели в Запорожье, меня пропускали, спрашивали, что вы первый раз или нет. Я сказал уже 100 раз, почти мы родственники с вами. Это моя родная страна уже, 100 раз здесь был. Так что потом со мной друг, который сейчас держит телефон, снимает, его не пропускали. Почему? Не знаю, покачано, наверное. Сказать, что он первый раз, я спрашиваю, я помогаю. Он по-русски не знает, другой какой-то язык не знает, бедный. Я спрашиваю, для чего его забрали. Он первый раз. Я говорю, ну что, любой человек какое-то время бывает первый раз в каком-то стране, правда? И, короче, я багаж забрал, его ждал 4 часа. 4 часа его ждал, там нигде не сидит, воду попросил, воду тоже не дали. Потом я подошел к таможнике, я сказал, мы сюда приедем, ваш гость, правильно, неудобно просто. Я считаю, что это неправильный подход, его через 4 часа пропускали, отпускали, да, отпускали. Я не могу его бросить и куда-то поехать, правильно? Я его ждал, когда багаж забрали, его в кабинете забрали, кучу вопросов задавали. И почему приехал, сколько дней здесь будет. И в Турции такого я просто не видел. В аэропорту, наверное, так 4 часа не держит. Я не знаю как. Но просто это 4 часа нас немножко разочаровал. Но ничего не страшного, это, наверное, тоже для страны, для безопасности. Но все равно хотели бы, что мне воду дали. Попросили воду, не дали. Просто попросили туалет, где, не знаем где. 4 часа, кто все ушли. Мы там остались одни, потом его отпустили, слава Богу. Потом это называется, что, наверное, добро пожаловать в Украину, друзья. Так что ничего не страшного, это опыт набираем. Поэтому я теперь понимаю, почему люди приезжают к нам, почему приезжают. Вот, в первую очередь, друзья, может быть, красивое место, может быть, у нас там природа очень хорошо, может быть, там климат очень хорошо, может быть, там жизнь хорошо, может быть, там солнце, море, чистые экологии. Но самое главное, друзья, капитал, люди. Люди очень важны, потому что люди красота деляет место, люди окружают вот это все красота, люди деляют, понимаете? Поэтому это очень важно. Так что, друзья, теперь
сейчас встаем. Да. Теперь я хочу с вами поделиться. Есть один проект, очень хорошее место расположения. Идем. Илья-Лем, Каранлык-Таганлык. Очень хорошее место расположения. Район Тёмүк, 200 метров до моря. И еще на стадии стройка, друзья, на стадии стройка, вид на море, там богатая инфраструктура, все есть. Хочу с вами поделиться и потом еще поговорим. Стоп. Такой проект, друзья, интересный, хороший проект, еще свежий, горячий, прайс-лист тоже горячий, друзья, если вам нужна подробная информация, если вам нужна прайс-лист, мы вам отправим под видео, есть мои контакты, пишите, звоните, мы всегда с вами на связи, друзья. Это город Мерсин сейчас, инвестиционный город, друзья. Намного низкие цены, как раз сейчас такое время можно выкладывать деньги, у кого есть под подушкой деньги, у кого лежит в банке деньги. Если вы волнуетесь, завтра в банке что будет неизвестно, выкладывайте свои деньги в турецкий недвижимость, друзья. Это гарант. Это гарант, турецкий недвижимость, это безопасный. Недвижимость. Всем удачи, друзья. Киев и Харьков. Не забывайте, мы там будем. Если интересно с вами, с нами встретиться, под видео есть наши контакты. Пишите, звоните. Всем удачи. Пока-пока.